Привет всем любителям городских историй. Это акция «Пермь. Встретимся», цель которой – собрать воедино самые интересные факты о пермских памятниках и арт-объектах. Мы начинали наш проект весной, а сейчас, в день последней встречи, накрапывает уже осенний дождь. Наше лето прошло под знаком любви к городу. И место сегодняшней последней встречи в этом плане очень символично. Это памятник человеку, который очень любил и Пермь, и пермяков, и каждый день своей жизни посвящал спасению людей. Памятник Федору Гралю. Он был главным врачом Пермской губернии. Граль приехал в Пермь по приглашению пермского губернатора в 1797 году. Он бесплатно работал в городской открытой больнице и лечил больных за свой счет. Только в 1800 году приказ установил ему жалование 100 рублей в год. Этот был очень добрый доктор, он спасал людей. Под его руководством создавали больницы, и он лечил бедных. И он был очень добрым, то есть у него была широкая душа. То есть каждому человеку, которому требовалась помощь, он всегда помогал, и в том числе безвозмездно. Очень большая его заслуга для Пермского края, тогда еще Пермской губернии, это то, что он научил заводских лекарей оспопрививанию. Благодаря этому было спасено очень много душ. Он был достоин многих наград, но самая главная награда для него была любовь и признательность народа. Также есть некий ролик, где задействован наш любимый персонаж, сам Федор Христофорович Граль. А, так это Граль! Граль! Так это Граль. В 2005 году здесь, в Перми, был построен памятник доктору Гралю. Здесь, перед зданием городской клинической больницы номер 2, носящий его имя. Его автор Алексей Залозаев. Можно посмотреть на этот памятник, он полностью сделан из чугуна. Когда идешь мимо этого памятника, такое ощущение, что он здесь стоит уже не одну сотню лет. Я здесь недалеко работаю, поэтому каждый день прохожу мимо него. У него такая энергетика, что он постоянно притягивает к себе и постоянно хочется залезть на него, посидеть у него на коленках. Ну что ж, по-моему, такая история о таком человеке – это достойное завершение нашего арт-краеведческого проекта. Все участники нашей сегодняшней встречи получили купоны, и сегодня станет известно, кому достанется последний сертификат на снаряжение для активного отдыха. Все выпуски проекта, которые были созданы вместе с пермяками этим летом, вы можете найти на нашем сайте refey.ru в разделе «Акции и конкурсы». Желаю вам яркой осени и побольше интересных историй. Пермь! Еще встретимся!